Стрельба на 10-й станции Фонтана. По рассказам очевидцев, там произошел конфликт между туристами и хозяином арендуемого ими жилья. Якобы приезжие внесли предоплату за квартиру, но позже им назвали более высокую стоимость. Между сторонами завязалась ссора, затем потасовка. Хозяин жилплощади якобы стрелял в воздух. После драки одному из участников конфликта понадобилась помощь медиков. Трех человек доставили в Шевченковский райотдел для дачи показаний. Я подошел сюда, вижу, уже начинается бойня. Я сразу вызвал полицию. Получается, в Одессе снимают квартиры, ну, сдают квартиры. Там 500, 600, 800 гривен. И он, получается, заплатил деньги, но потом ему не понравилась квартира, и он хотел съехать. И деньги ему не хотели возвращать, короче, и из-за этого началось это все. За попередними данными буде вноситись правопорушення, передбачене статтею 125 Кримінального кодексу України. Це навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Особи, що здійснили правопорушення, будуть притягнуті до відповідальності. Передбачено за це правопорушення грошовий штраф.